Даже если вы находитесь вдали от членов вашей семьи, проконтролировать их можно дистанционно. То, что происходит в квартире, вы всегда увидите с помощью мобильного устройства. Камера дает эффект свободных рук. Это для мамы очень важно, потому что она 24 часа в сутки находится с малышами, а домашние дела никуда не делись. Я все вижу, что они делают, вот, находясь на кухне, в ванной, где-то еще в другой комнате. Я могу быстро отреагировать. Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут, и сделать это можно самому. Внутреннее и наружное видеонаблюдение от Ростелеком работает с любым оператором связи. Вы наблюдаете за тем, что вам дорого, в реальном времени или записи, через любой браузер с помощью компьютера, либо через мобильное приложение с помощью телефона. А компания Ростелеком обеспечит надежную защиту от всех видов киберугроз, а также круглосуточную поддержку пользователей. Кроме того, камеры ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима, защищены от дождя, снега и даже грозовых разрядов. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, автомобилем на стоянке. Юлия Смирнова, Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».